Салют! Сегодня у нас распаковочкинг таким вот ножичком. Спрашивает, почему ножиком? Просто что ближе всего под рукой находится, тем и распаковываю. Ничего тут такого нет. Ох ты, какой-то миллиметраж я прям тут осуществил. Нет, я срезал его, смотрите. А что же делать? Вот, я порезал провод. Поэтому надо ножницами распаковывать. Да ладно. Это все ерунда. Смотрим, что пришло. А пришло вот что. Все, больше ничего нету. Итак. Так, это что? Это у нас переходничок. Переходничок порезанный теперь. Вот такая острая крыска железная. Ой, господи. Такая вот острая крыска, железную оплетку. Щух только. Вот, но все, когда кто-нибудь что-нибудь распаковывал, бывало, что-нибудь поцали. Поэтому я не исключение. Можно теперь сюда что-нибудь синей изолентой замотать, будет все красиво. Ладно, это ерунда. Ну, всем известное в узких кругах. Зарядное устройство. Что-то я не в камеру все показываю. Зарядное устройство. ML-102. Сейчас ближе покажу. Это, по-моему, модификация уже идет. Третья. Удобный маленький зарядничек. В принципе, для тех, кто не хочет заморачиваться с какими-то большими зарядками и просто заряжать свой литий вот так вот по одной штучке, ну и разряжать его также хочет, поэтому он как заряжает, так и разряжает. Ладненько, с этим все понятно. Это шнурок к нему, просто USB, мини-USB, то есть шнурок-то не проблема любой найти. Это к нему два спейсера, проставочки, вот сюда они вставляются. Ну, обзор будет на все это отдельно, вот так вот, и можно вставить 18650, ой, 16340. Интереснее вот эта вот вещь. Вот эта вот вещь интереснее. Вот. Вот. В общем, вот так вот. Это Ion Cell 4 USB Power Adapter. Чем он интересен такой? Чем он примечателен вообще? Примечателен он вот этим вот. Смотрите, 5 вольт, 2 ампера, 10 ватт. То есть, что мы имеем при подключении к одному выходу? Мы имеем 2 ампера ток USB. Вот, здесь даже имеется такая вот табличка. Если там 2 подключить, то будет по 1 амперу. Если 3, то по 0,66. А если все 4 разъема задействовать, то по пол ампера. Вот это вот я ждал очень давно. И оно пришло. Универсальный такой тут. Ага, оно пришло, и почта его сломала, надо будет клеить. Так, универсальный такой, сюда включается вилочка. Ну, можно что угодно, хоть шнурочек. Ну, вот я заказал вилочку. Сейчас эту штуку буду подклеивать. А вот наша почта молодец. Где-то повредилась. Это вот сделала наша почта. Это сделал я крысой. А-а-а, какой USB, как же жалко. Да шучу, конечно, друзья. Собственно, тут только экран и повредился. Такой вот небольшой распаковочкинг. Это все пришло с сайта, как там его-то, господи. Что-то там Outdoor. Ну, это все линки будут в описании на все, где что купить. Все будет в описании под видео. Жмите развернуть и там все, что почем, что когда. На этом все. Спасибо за внимание. Ну, а я пойду чинить USB шнурок, который сломал сам, и приклеивать назад вот эту вот штучку, которую сломала почта. Адью.